Привет, ребята! Вы на канале Happy Kids. С вами я, Маргарита. И я. Мой папа. И сегодня у нас две посылочки с сайта aliexpress.com. Первая и вторая. С какой начнем? С вот этой, с черненькой. Давай. Что у нас здесь? А что у нас здесь? Что у нас здесь? Доставай. Раскрывай. Что это? Очки. Очки? Ну, давай посмотрим сначала. Вот такие вот очки к нам приехали. Папа. Какие-то они, мне кажется, маловатые, честно говоря. Папа. Что? Такие же с носом блящ. Ну да. А ну пробуй одевай. Будешь как Пинки Пай. Привет, я Пинки Пай. Опа. А ну посмотри на меня. Здравствуйте, вы кто? А это что такое? Не знаю. А, я знаю, Мита. А ну, Миша, да. Да нет, возьми, против. Ух ты. А ну пищи-то, по идее, еще должно раскрываться. А ну сейчас я попробую сильно. Да я! Попробуй сильно. Держи сама. Мне это больше всего нравится. Вот так вот, смотри, пальчиком вот держи за вот эту. А эту сильно дуй. Ух ты. Давай, а ну давай теперь еще очки оденем с носом. Пробуй. Я даже знаю, смотри. Ну, немножко неправильно сделал, смотри. Ой. Зацепилась. Смотри, вот эта дырочка здесь, как думаешь, зачем? Для того, чтобы вот это сюда вставлялось. Я улетел. А теперь одевай, чтобы я тебя не поцарапал. И вот эту вроде делай сюда. А ну стой, что-то она немножко скривилась. Конечно. Ну такая себе игрушечка, конечно. Очень, ну, в принципе, такая. За те деньги, что она стоит там, по-моему, чуть меньше доллара, я думаю, пойдет. Тебе нравится? Тебе нравится? Ну, вот сюда отвалились. А, это можно ставить назад. Ну что, давай открывать следующую посылку. О, смотри. Можно даже вот это снять. Нос снять. И одеть просто очки. Ага, а с какой стороны? О. С какой стороны с этой? Нет, вот это. Теперь ты похожа на Гарри Поттера. Ты знаешь, кто был Гарри Поттер? Да. Так, давай вторую посылочку открывай. Ну все, тебя теперь не остановить, да? Открываем вторую посылочку. Давай, оставим. Итак, доставай. Что у нас здесь? Не знаю. Не знаю. Я сама рада. Достанешь? Нет, я не пойду. Убираем. Ух ты! Что это? Мячик какой-то. А это вот такой вот мячик в сеточке. Давай, я покажу сначала. Точно! Ты с ним должна сделать вот так. Муляшки они. Прикольно. Как виноград, да? Да. Виноград. Вот шарик. Ты берешь на него, нажимаешь. Виноград. И он делает вот такие кругляши. Антистрессовая игрушка называется. Прикольно, кстати. Класс? Да. Мне надо. Прикольно? Да. Там были разного цвета, они оранжевые, какие-то синие. Я выбрал зеленую, написал. Пришло, кстати, тоже все очень быстро. А ну дай понюхай его.
Значит, немножко пахнет как клей момент. Ну совсем чуть-чуть. И вот это. Это? Да это ничем не пахнет. Ничего себе пахнет. Ссылочки на товары, естественно, будут в описании под видео. Подпишись на канал, чтобы видео не пропускал. И не забудь поставить лайк.